10 из 14 украинских моряков из экипажа танкера «Рута», которые уже 3 года находятся в ливийской тюрьме, объявили голодовку. Их родственники говорят, что моряки отчаялись и теперь пытаются обратить внимание на свою проблему голодным протестом. 4 человека не могут поддержать в этом остальной экипаж, у них серьезные заболевания. Голодовку объявили 10. 4 из которых уже по состоянию здоровья не могут голодать. У них уже были несколько операций. 2 человека больны гепатитом, у одного язва прободная, поэтому они не будут голодать. 10 человек остальных решили голодать. Отцу моему через 2 месяца будет 72 года. Он поддерживает экипаж, и вместе со всеми он тоже начал голодовку. Родственников моряков возмущает то, что экипажи из других стран, которые постигла та же участь, уже дома, а украинский МИД и первые лица государства ничего не делают для освобождения их родных. Экипаж танкера, который принадлежит Одесскому порту с 28 апреля 2017 года, находится в тюрьме без приговора суда. Питание оплачивает крюинговое агентство. Их представитель подозревает, что экипаж сделали крайним в контрабанде нефтепродуктов. Предоставили липовую декларацию о том, что компания может возить дизельное топливо. Но декларация была выдана администрацией порта Зуара, которая непризнанная территория Ливии, образно говоря. Одна из тех, кто пытается не подчиняться Триполи. Или фактически не подчиняется. После загрузки судно арестовала береговая охрана, а экипаж отправили в тюрьму. Родственники объясняют, что ситуацию осложняет и война, и местные особенности. Воюют разные стороны и племена, даже тюрьмы подчиняются конкретному местному лидеру. Вместе с экипажем «Руты» в ливийской тюрьме уже 3 года находятся 4 украинских моряка с турецкого судна «Капитан Хаям». Его тоже обвинили в контрабанде нефтепродуктов, моряков официально приговорили. Под недавно объявленную амнистию они не попали. Снова возникли трудности. У посла ясности тоже нет. На каждого члена экипажа штраф от 70 до 80 тысяч долларов. Надо заплатить штраф. Я позвонила, спрашиваю, если штраф только в этих деньгах, значит, будем как-то, ну, просить, искать эти деньги, не знаю как. Он говорит, нет, это не вопрос. В этих деньгах ничего не понятно. Он сам, видно, там сидит, он ничего не понимает. Напомню, что оба танкера, турецкий «Капитан Хаям» и украинский «Рута», были арестованы в Ливии 3 года назад. В отличие от экипажа первого, моряки «Руты» так и не получили приговор. Судебные заседания постоянно переносятся из-за боевых действий и карантина. Родственники и волонтеры просят МИД и президента спасти 18 украинских граждан из ливийских тюрем. Но пока подвижек в этом вопросе нет.